спрятал и свинья. Опа, готов. Значит, у вас есть документы? А у меня документы есть, но я на стоянку за машину. А это стрела просто. Говорит, так, я сейчас посмотрю. Он говорит, не переваривай. 8 лет назад в Витебске 40 километров ехали, а 50. И говорит, вы на Тимирязи дважды водить день будете, да правильно. Неправильный переход оштрафованный. Игорь Иванович, вы злостный этот. Через 7 лет даже сидит судьба снимает. Какого хера? У них полная база данных Тимирязи. Ну и чем кончилось? Не страшно. Далее, на машине, думаю, что сейчас. А у тебя сейчас есть? Как это документы? Спрашивали? Где? Вы же спросили документы. Ну нет, оказалось, что мы сразу проедем. Не, ну просто меня поразило. Все бомбичило. Не надо. Не надо, да? Не надо. Не надо. У нас как лошадей закрыли. Я работал, я раскрутил фирму. Я, блядь, честен был. А у меня кинул. Все. Я не хочу. Конечно. Конечно. А она его кинула. А потом извиняешься, когда абсолютная моя правота подпилась, да, что ты нехуй, надо прийти и извиниться. А что вот это вот они? Реквизит, да? Реквизит у них какой-то, да? Это да, реквизит, видишь, приехали вот. Обычно оперный театр гастроли, да, да, им надо это. Поэтому они выезжают, ну, реквизиты туда грузят и дают. А их хватает, да, разве. Ну, в мае сюда погода испортится. Ну, могут, да, в Минске бывает, да? Погода. Направо, но налево, прямо. Да? Что? Ты мне говоришь? Да, может заряжаться или ты смотришь? Не, я вот ну как это, вечерний Минск. Что-то будет видно, что-то нет. А если поедем по освещенной улице, то будет довольно ничего. А если вот тут, конечно, мало что. Так, тут левый поворот есть у нас, да?
Ай, бросьте, мы проедем, и я сразу... Лёня, это почему? Сразу направо проедем по той дороге, что не проезжали. По Бангалору проедем? А? По Бангалору? Нет, я не хочу через Бангалор. Тогда тебе придется вернуться тогда, понимаешь? Почему? А почему? Я до Комаровки доеду и направо, а потом налево. Нет, так сейчас. Сейчас, если ко мне ехать, то тогда придется налево потом. Почему? Ну, потому что Кульман... Доллар там. Это слева, трамвай. Да. Доллар сейчас слева? Это трамвай, доллар, да? Слева, да. А, ну так вернусь, блядь, правильно, да. А я могу выйти здесь и все. Да не, надо было по Горького, чтобы направо было. Не, ты можешь идти по Горького, потому что ты его не только краем сама коснешься по Горького. Это подразница. Ну, да. Не, вернулся можно, да, ничего страшного. Так, а я могу выйти здесь? Ай, брось ты, Лёнь, на Коля. Давай. Когда прямо сейчас все время едем? Пока прямо. Лёня, он не видел праздничный Минск. Ну, это надо, ну. А, что? Нет, можем давай налево пойти? Не, прямо сейчас давай. Лучше прямо? Да. И там едем напротив зеркала. Да, да. А там потом налево, да. Ну, смотри, какие кадры будут. Все в огнях, о, все светится. О, ты все окно открывали, холодно. Что? Да я не об этом, я в смысле... А... Вот Комаровка, смотри направо, да, вот крытый рынок, ты его не застал. Да. Это ну, Комаровка, раньше она убогая была, а сейчас смотри, да, это рынок. Видишь, да. Комаровский рынок. Ага, вот это, да? Да. Не, ну это, так, таких никогда не строили в Минске раньше. Да. Это как вот в Риге я был значит, там, знаешь, эти... Сейчас. Да не вот, точно, не сказал, сейчас, Комаровский понял, рынок. Вот на светофоре. Да? Это они скопировали с Рижского. Это все Комаровка. С Рижского, да? Не, ну я так утрирую, ну да, подобное да, что-то. Доброе. А доллар при тебе был, это первый дом. Не, ну он так и назывался доллар, да. Вряд ли. Мне кажется, он позже так назвал. Академия наук, то есть это... Да, тут. Да. Второй дом... Второй доллар построил. На танков. Ткачев, бывший ректор. Вот, это второй доллар. Это бывший ректор политеха. А где? А где второй доллар? Ну вот он рядом. А, да. Это который застрелился потом. А чего он застрелился, кстати? Ну, у него паранойя была, говорят. То есть он так не прошел. На второй лучше поворачивать, да? Правильно? Да. Так говорят. Это он не пошел в академике и. Не, он сам вроде застрелился. Я тогда с его сыном учился в одной группе. То есть он тогда хоронился в башку. Что-то новенькое. Сейчас мы едем, все новенькое. Да? Это другой Минск, туда понимаешь? Интересно, а сейчас. Когда едешь днем, это один Минск. Сейчас едешь тут. Ну, если будешь проезжать такие здания, как там оперный театр, Дом профсоюзов и так далее, тут. Не, ну это... Ну, мне понравилось, спасибо. Вот то, что было, это останется. Ну, Комаровский рынок, да? О, вот. Слушай, а да. Здесь поворота нету. Ага. Ну, прямо проедем там. Прямо, ну, если нету... Ну, ничего, поедем дальше. А бы это... Ну, в сторону мы дома. Опять же около дома там должны будем искать место, да? Ну, чтобы место ты мог не найдем. Запарковаться. Как надо будет, место не найдем, и надо почему будет постоянно. Да? Ну, я так думаю, что места уже не будет, хотя всякое. Запоздно, да? Ну, поздно да. По времени, да? Ну, то есть все заняты, это рабочий день, все вернулись, кто мог. Ну, на да. Стоянку пошли. Ну, как видишь, не кое-кому удается продлить эти уйки, ну, как сказать, ну, малый отпуск, да? Естественно, ты сегодня говорил, да, если посчитать, как делают эти отпуска, да, то если человек отдыхает, сейчас, как в Польше, нормально, 2 недели это очень даже много, некоторые выезжают на неделю, на 10 дней, но если посчитать в сумме, а вспомнить советское время, я уже вспоминаю, когда ты месяц, да, отдыхал,
и остальное работал. Тут у тебя то же самое выходит, только ты это разбросал на год. Да. Или тебе разбросали, начнем с этого. А ты там себе помог, там, днем выходного, одного, другого. Тут тоже набирается дней, там, недели 3-4 за год, если не больше. Это такое все относительно. Вот это мы рекламу проезжали. Где? Вот, а там? Вот. Вот это? Да. Налоговая, как всегда, инспекция. Конец этого месяца, да? Или когда? Ну, вот, я термин? Раз в квартал я пошел на ОСН, ты... раз в квартал плачу, а то я специально без НДС стал работать. Ну, когда обороты упали, то НДС, ну, нахер какой смысл. Вот, да, мы здесь проезжали, и, о, можем через... Ага. Ты не устал? Нет, ни капли. Чтобы, ну, смотри, ни капли, а я еще чай попил, так вообще смотрелся, чай же я попил. Так я смотрелся, там такой крепкий чай довольно. А, сейчас, в этом заведении? Я сейчас, да, поверь мне, я даже, хоть всю ночь мог бы гудеть. А чай это... И особенно если девчонки какие-то. Я вот так посмотрел чай, то надо будет вернуться к этому напитку. Я как-то... Чай у меня был последний. Но вот это у вас хороший напиток. Так если я... хороший чай, то это... Ленька, я просто знаю, да. Тут мало сортов осталось. Вот как больше, чем при социализме, когда, помнишь, был... Ну да, это же был... Индийский... Грузинский и... там еще... Грузинский, да. Одесский это вообще Одесская считалось. Это считалось. Нет, Краснодарский считался. Да, вообще. Краснодарский. О. Ну, это было, ну, допустим, да, 5, да. 10 максимум сортов там разных. И все. Вот 36-й сорт был одесский тоже хороший. Вот. Ну, сейчас так, с десяток есть, но из них 5 очень дорогие, и пошли они нахер, они не стоят того. Я на акциях ищу и покупаю туда сразу по пару пачек, делаю смесь, я тебе... и, делаю, и чай у меня хороший, я знаю. О, нас вот это самое отучило чая, я сюда... Но он отучает от пития чая, понимаешь? Он никакой, хоть он как бы считается... Вот, направо Мир кинотеатр, вот сейчас. Направо кинотеатр Мир. Угу. Мы с тобой... А, ты хотел проехать... Налево твой архитектурно-строительный будет сейчас. Приезжаешь дальше? А, я вспомнил, вот эта улица, тут я, да, помню... Баня лазит. Одна такая одноногая, симпатичная девушка. Я с ней ничего не имел, но я просто так знал. Но я говорю, одноногая, ну красивая и одноногая, блядь. Меня это так поразило, думаю, как вот такая красота может, ну, существовать. Ага. А она в этом техникуме училась. Ну, мало ли ногу теряет человек, она даже да, женщина. Да. Хрен ее знает, чем это было вызвано. Болезнь или авария. Вот, вот твой техникум налево. Где? Налево будет, вот, Чапаева. Он подобно, я когда-то стягивал фотографию. Ну вот, вот же он, ну. Вот. Где? Вот архитектурно-строительный техникум. Вот ты сейчас вот... Вот не. Этот. Да. Мой техникум с колоннами, это архитектурное здание на Змитрика Бедули. Ты перепутал их, дуешь в техникум. Архитектурно-строительный техникум? Да, он там, когда входишь... Там ну, он архитектур, ну как он там сейчас тогда назывался, там колонны, там эти партер такой, все такое, ну, или как говорится, сталинский ампир. А ну, это налево. Ты показываешь какую-то хибарину. Смотри налево. Вон твой сталинский ампир. Ну он может где-то там дальше сейчас тут видно. Ну не знаю. Ну, как бы тебе. Будет время, я тебе даже в интернете покажу. А нет, то завтра я попаду, я сниму и покажу тебе, что это было. Потому что как найти от проспекта Ленина, да, к нему пройти, там две остановки надо было на пехоту. Ну, там как это. Ша. Ты хочешь. Развернешься.
Нет, ты хочешь что, найти это место, которое я говорю? Да. Ну, темно, может, можно поплутать. Ну, я точно не знаю. Вот сейчас. И вот это место, когда было, мы заезжали, там техникум где-то недалеко. Только это то, что я показывал. Может, он дальше, да. Но там деревья, не было видно. Может, он... Вот улица Захарова, согласен? Трамвайные пути, согласен? Все осталось. Мимо проходили трамвайные пути. Были там трамвайные пути. Ну, так вот, это Захарова. Это Первомайск. Ну, я почему-то всегда с трамвайными, это, от проспекта или на пеху, на пешком добираться. Ну, проспект, это. Ну, потом, чтобы на кидышке вернуться. Ну, тогда зачем это трамвай? Трамвай. Вот он прямо. Ну, вот трамвай. Это сквер Уго Чавеса сейчас. Ну, это уже, извините. Извините, я обращаюсь, у меня даже когда-то стянул, мне было интересно. Двухсерийный фильм о нем там. Ну, это такое. Я маломировал 10 лет посольство Венесуэлы. Ну, ты мне рассказывал, да. Ну, я просто даже этот фильм стянул, но я его не посмотрел бы, это надо... Я вспомнил. Вот тут, значит, открыли давно уже, да, открыли магазин Бордо французских вин. Ну, это понятно. Вот, подожди. И дальше вот Бордо, видишь, да? Да, французских вин. И далее существует. Проезжаю. Все время стоят Бордо французское вино. Я когда заходил в Арсов, нет, заметил. Все время бомжи рядом. В конце концов я не выдержал. Думаю, что же это за хуйня, по крайней мере, значит, литовское посольство. Значит, и там я захожу, спрашиваю продавщиц. Тут вылетает заведующая. Как они, это бомжи, говорю, заходят в магазин, говорю, что они Бордо пьют? Она говорит, посмотрите, пожалуйста, ним заряжение. Я обязана торговать белорусскими сигаретами. Памир, Прима, блядь, и что тогда, Беломорканал, поэтому меня обязали, и вот они за Памиром ходят. Магазин Бордо, да? Да, магазин Бордо. Хорошо, железная. Ну, кроме нас, Минск недалеко точно был, да. Вот этот фацет, когда мы защитили диплом, он переходил дорогу и где-то тут погиб, что я тебе рассказывал. Вот это Минск после... да. Какая-то там у нас была небольшая встреча, но мы там чуть-чуть выпили, отметить все, кто защитил. И он перебрал, или не добрал, но попал под... Вот здесь защитил сейчас... диплом, бля. Сейчас здесь, значит, крутой клуб все время меняет название. Стоят одни линкольны, мерседесы, блядь. Прочие машины выходят такие фифы разряженные. Не, ну он меняет название. Вот здесь. Ага, в этом ресторане. Ресторан, да. Такие. Блин, ты думаешь, что, блядь, за это? Град, ну и да, знаешь, мы видели. Только мы с другой стороны виделись, мы оттуда ехали. Сейчас я тебя вот по Захарову пронес. Ты что-то узнаешь? Не, ну, как же, что осталось что-то? Извините. Ну, здесь, конечно, все было разруха, а сейчас тут уже как бы разруха. Пила сетка, мне голова. Просила хлеб купить. Ну давай я выскочу где-то. Что нет магазинов но ночных. Мне кажется, что даже этот работает. Не, ночных, если Гёня, ну там трохи есть, ничего страшного. Ну, не, ну то хлеб, ну, это чуть-чуть, не, это же не, бля, не проблема купить. Как тут? Вот еще злачное место сделали.
Смотри, какой шептик есть. Стой. Все, да. Видишь, какая машинка? И ребенок какой-то, блядь, и еще в интернете. А? Ты смотри за дорогой. Ну, видишь, он зачитался и не едет. И фары даже не едет. Главное, он не переживает. Так, 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 Ленька. Что? Ленька. А, это между можно, да? Это они делают разметку. Разметку в твоей олимпиаде. Да. Или как там? Ну да. Европейским олимпийским. Когда-то слушал там, ну вот рассуждают. Да. Ну ясно. Так говорит, вот, ну вы же не знаете, что он знает. Ну это там когда-то о Путине говорит. Вы же не знаете, если он что-то это делает, вам кажется, что он делает это так, но он знает больше, поэтому он делает так. Так, да. Так я поэтому хочу. Белорусские номера с этими флагами. Единственная республика, у которых остались флаг, ну фактически, ну и чуть-чуть измененный, да. Советских республик. А что? Гимн тоже. Ну гимн, да, если взять этот, понятно, как просить. Але этот самый, что изменили, убрали вот. Серп и молот? Там наверняка, да, был серп и молот. Колосья оставили. А серп и молот уже, ну чтобы не, ну, да, уже. Блин, не ассоциировать. Да. Оставили орнамент. Макбет фактически, нет? Да, это, знаешь что? Ну, это шекспировский. Казино. Нет. Ну, если Макбет, а если Максбет, это другое. А Максбет, ну да. Ну, это казино. А было хорошо, Макбет этот убийца, бляха. Название, назвать казино убийца имени... Вот мы же все... Внучек в казино работает. Так, скоро пенсия. Игорь, вези меня к внуку. Слушай, приезжает мать, пол пенсии просадила. Она говорит, я говорю, мать, ты вся в Достоевском.